13 подозреваемых в издевательствах над школьницей в Кызылорде задержаны. Об этом сообщили в МВД. Напомню, в августе мама пострадавшей сообщила, что одноклассники и их родственники заставляли ее дочь заниматься проституцией, употреблять наркотики, вымогали деньги и физически издевались. 13 человек у нас установлено, двое из них под домашним арестом, 11 арестованы. Все. Занимается этим вопросом следствие. Всех будут проверять.